Привет, на связи, это канал Water Gamer, и мы продолжаем наше похождение с Хеллбоем. Итак, я в прошлый раз хотела поставить колонны в линеечку, но немножечко подутомилась и решила это отложить. Давайте сразу это сделаем. Сделаем это сразу. Давай, Хеллбоюшка, двигай. Ой, нет! Не в ту... Не в ту сторону. Угу. Вот в эту. Захватывающий выпуск. Будем двигать колонны. Ладно, ну а куда без этого? А надо делать работу. Никто за нас этого не сделает. Так, мне там куда-то надо будет залить. Опа. Готово. Правильно? Все. Погнали, тебе давай следующую. Быстренько, 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 быстренько. Давай. Так, давайте немножко. Так. Музычку здесь, конечно, подрубили прям. Так. Но игра, на самом деле, что бы ни говорили, игра интересная. Вот. И... по-своему не похожи на другие. По-своему не похожи. Ну, в общем, не похожи. Какими? Нюансиками. Кривотой, да, например. Хорошая игра. Сейчас уже все, ребятушки, уже приближаемся к строительству нашей лесенки, к концу точнее. Давай, давай, двигай. Смотрите, это поле на сектор распределено, такие квадраты. Надо вот так подвинуть. Да, вот так. Задвинула их сильно. О! Сюда. А вот сюда, вот сюда. Ой. Вот. Ой.
Итак, захватывающее занятие мы сейчас все уже подходит к концу. И мы сейчас идем открывать двери, смотреть, что у нас там за дверьми. Так, из этой двери мы вышли. А что в этой двери? Ох, сейчас будет какая-то жаришка. Ну ладно. Рюшки тоже хорошо. С рюшкой можно как-нибудь взаимодействовать? Нет. А с курочкой? Чё? Зачем тебе курит? А, он же любит куриц. Боже, куриный маньяк. I'm starving. If you get me something to eat, I'll show you a secret. Ну, где курица бегала там. Приготовил бы себе. Есть тут маленько в маленьком. Так и есть. Есть, так есть. Камера, ёшка. Рюшки за мной бегают. Вот, беги вперед, давай. Валяется. Что это такое? Что-то непонятное. И что? Это что такое? Реки, реки, реки. Режим самоуничтожения включен. Что это было такое? Почему он прыгнул? Это маленькая коробка с ключиком. Угу. Очень интересно. А почему он прыгнул в воду? Самоуничтожил всех реактор. Ладно. А здесь что? Ох. Ох, блин. Ёшкин кот! Глаз начнет дергаться, блин. Выскочил. Ё-моё. А колючка коробочка никак не. Ладно. Идем назад. Блин, капец какой-то. Напугал меня мужик. Я думала, с тобой поговорить можно. Он взял меня красной молнией и фигакнул. Что это такое? Ля-ля-ля-ля-ля. А вот эта дверь не работает. Не, не рабочая. Уходим отсюда вам. Да нафиг. Что за...
Так, там тоже дверь заперта. И что делать? Каша в голове, блин. Куда мне идти? Так, вот здесь была. Вот эта дверь. Или из этой. Да ё-моё, я забыла, откуда я пришла. А, спасибо за этот прекрасный вид. Это что? Тоже открывается. Чудесно. А? Мне кажется, мне сюда еще рано идти. Ладно. Может, аптечка где-то валяется, нет? А, сохранение, ладно. О! Все заперто. Ладно, свалим. Ну, красиво, согласитесь? Лентик. Ой. Красотища. Так, стоп. А вот это что? Да. Да, это будет непросто. А, я поставила в ряд и даже не попробовала туда залезть. О. Это я отсюда пришла, да? Да. Это я отсюда вышла. Давай. Еще загрузка на 10 секунд. Да. И мы готовы подождать всю жизнь ради прохождения этой игры. Угу. Да. Конечно же. Ладно, шутки шутками, нам надо собраться и пройти это безобразие. Вот, дверь. Вот здесь я точно не была. Я ходила налево, направо еще не ходила. Ух ты, блин. Что вы тут? Тоже меня бить будете? Нет. Исследования проводились в минувшие дни, но я уверен, что он окажет помощь в изгнании зла. Ага. Говори. И даже глава библиотеки исцелил бойца. Кого он слил? Что слил? Зачем слил? Почему слил? История дьявола. Так, а ты что стоишь так криво? Неплохо. Какой хаос, какой хаос. И свой прикид видел, что лучше бы гносеология теории познания. Ладно. Не думаю, что это поможет нам в прохождении. О, что это за книжка? Мастер войны. Угу. Ради этого я крутилась несколько секунд. Мастер войны. А вот так вот.
Заперто. А вот так. Нет. А зачем мне какого мне эта коробочка вообще? Ладно. Что, полезли, наверное, наверх? Правильно? А что нам здесь лазить туда-сюда? Полезли наверх и посмотрим, что нам там будет. Не можешь спрыгнуть, что ли? Сейчас. Ой, блин. Да, уже еще и сонно играю в последнее время постоянно. А. Ну ничего. Когда-нибудь больше времени будет. И будем бомбить вообще. Да, когда-нибудь. Ну давай, хоубоюшка. Ох ты мой хороший, залез. Мне кажется, на самом деле он же демон, он бы мог и одним прыжком преодолеть. Аптечка. Я, наверное, ее... Ну ладно. Мне бы ее принять, наверное. Ну пока просто сохранюсь. Ой, а в этой стороне ничего? Нет. Фиганул. Я думал, он как-то откроет что-то. Я... Спецназ. Опа. Ага. Ага. А вот оно и оно. Так. Я только навернусь сейчас отсюда. Он туда не идет. А, идет. Что, ключ? Да ё-моё! Коробочка с ключом, ключ, и что мне теперь? Не, он в эту сторону не хочет, гад, прыгать. Ой, ну конечно. Ну ладно. А, теперь мы сюда можем пройти или нет? А ну-ка. Опа. Можем. Интересно. Становится интересно. Оу. Come a little closer. I can't see you very well. Что закрыто, я не могу увидеть четко. You can't come in. Тебе тут не место, you're ты не монах. Come a little closer. Блин, что I can't see пришла? You very well. You can't come in here. You're not a monk. Ну классно, зачем мне это было? Ладно, пойдем с вами. Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Куда пойдем? Зачем я ключ-то потратила? Может, он еще куда-то подходил? О, а в этой стороне что? А, чего? Ладно. А это что? А, это просто... Ладно, поняла, поняла. Выходим. И не возвращаемся больше сюда. Нас обижают. Говорят, ты не монах. Да ты тоже как-то не очень похож на монах. Так, ладно. О,
блин, давай. Это вот что за дверь? Куда она ведет? А еще нам надо дать еды этому чудику там во дворе. Что, нам пожарить курицу, что ли? Или что сделать? Попробуем дать. Коробочка с ключиком. Куда идти? Дойти. О, тут двери, короче. Вот это что за дверь? Так. Ну давайте мы здесь пока и остановимся, в принципе, правильно, чтобы вот отсюда я вышла. Вот. Вот. И со свежей головой. И я таки придумаю, что делать. Мы, в принципе, поговорили с монахами, слазали на крышу, нашли он уже коробочку, аптечку себе. Это что? Чё? Чё? Стоп. Отставить завершение. Куда у меня мясо здесь? Чё? Это же живая курица. А, ну это же... Давайте, может, прокатим. На. Бери. Вот твоя курица. Ладно, мне показалось, что это запеченный окорок какой-то, а не курица. Но нет, это курица. Живая вполне себе и куда кушаем. Так что все-таки завершаем на этом выпуск. Всем спасибо за поддержку, всем спасибо за просмотры, за комментарии, за лайки, за все. Всем добра, бодрости, духа. Всем пока.